Ну что же, вторая часть. Вот, новая лампочка есть. Вот, от Nusle. Вот, в которой можно менять ширину свечения. Вот. Здесь 6 полос, они все одного цвета. Вот, просто для тех, кто, допустим, не видел этого. Вот, есть дим. Вот, все то же самое, но я решил поработать на лампе. Ее тут мне расхваливали, что она прям чуть ли не волшебная. И чуть ли сама вмятина не делает. Вот. Теперь это надо проверить. У нее свечение несколько, скажем, необычное по сравнению с тем, к чему я привык. Вот. Вот такой как бы отлив. Вот, ну я думаю, что это зависит от оргстекла, здесь стоит. Здесь стоит где-то 3 мм оргстеклышко такое. Вот она вот. Ну ничего, попробуем. Что сказать, какой-то вывод сделать, надо поработать. Поэтому мы начинаем КВН. Ну и одновременно смотрим фильмы про ковбоев. Я их в детстве не досмотрел. Сейчас он все есть, смотри не хочу. И работай, и смотри. Так что приятное с полезным совмещаем. Ну вот мы видим работу в новой лампочке. Очередной участочек. Я почистил. Чистенько. Переходим дальше. Тут еще вмятин хватит. На чем потренировал. Вот очередные. Здесь. Ой, вот они. Все видно. Продолжаем делать капотик. Что ж. Здесь такое место, что моими крючочками особо не подлезешь. Я решил доделать клей. Потихонечку. Вот. У нас ничего не выйдет. Вот, в принципе, получилось. Еще эти трое навязались. Вот. Шишечку маленькую выдернул, и все. Так что все хорошо. Думали, не попадутся тем парням. Вот здесь вот. Нет, они так же, как и уедут завтра. Вот, ее уже нет. Вот, в немецкой лампе, китайским мини-лифтером, китайским пистолетом, самодельной забивалкой. Вот, и что, получается. Может поговорить? Вот, что так, что? Не знаю. Пока что, честно, вот лампой поработал чуть-чуть. Сказать, что я в телячьем каком-то восторге, немножко с непривычки, я же оговорюсь. С непривычки немножко как бы глаза в напряге. Вот. Просто я привык к другому свету. Это все равно как, если, допустим, берем, допустим, были вот, ездишь за рулем в противосолнечных очках. И раз там их то ли потерял, то ли разбил. Идешь, покупаешь другие. Ну, похожие, но не то. И вот уже одеваешь на глаза. И вроде все так, но не так. Вот примерно такой же момент здесь. Хотя все видно, все нормально. Ну, как бы непривычно для глаза. Вот эти вот моменты, когда как бы немножко другое свечение. А так, в принципе, то же самое видишь, все то же самое, как бы работаешь, все те же и все то же, так сказать. Вот и все. Пока что надо делать рано. Очередной эпизод работы. Вот он край нашего капота. Что-то. А, на увеличении. Сейчас приблизим чуть лампочку. Вот
Я не знаю, как тут. Как ковырялку острую надо будет. Вот он. Ну и такой тычок. Вот. Ну и все. Видим, вот два штучки. Вот, ну что. Вот этот тычочек, вот он. Вот он виден. Я не знаю, чем его доставать. Тут надо чем-то острым. Он в таком месте, в неудобном. Но ничего, попытаюсь я его дать. Дело в том, что вот здесь на капотах. Сейчас я покажу. Подсветку включу. Вот я включил подсветку, выключил лампу. Вот здесь в торце капота вот такой вот есть маленький-маленький вот заходик. Попытаюсь я через него зайти. И вот, вот этот вот, вот он. Вот их тут даже два. Вот. Один тычочек и вот маленький. Вот, попытаюсь я их поремонтировать. Есть у меня маленькие ковырялочки. Я ее расплющу, сделаю практически ровно. И кончик вот так вот немного заверну вверх. И тут надо вот два эти места подправить. Так, лампочка хорошая. Ну, блин, ярковая. Я все время, я вот ставлю кепки и стараюсь вот так наклоняться, чтобы как бы лампу не видеть, а видеть только отражение. Также я вот этим козырьком пользуюсь как противосолнечным, надвинул его вот по ней, чтобы как бы мне не засвечивало в глаза. Пока что так. Вот эти две вмятинки сейчас надо доделать. Ура, победили! Ну что ж ты снижишь? Вот что самое интересное. Сначала вроде как желтым светит, потом меняется. Мы видим, да? И потом включает светофильтр вдруг. И все. Как мы видим, все в ажуре. Вот, переходим дальше. Вот к этим делам. Вот здесь. Сейчас. Алло. Вот они. Чуть-чуть тут пометил. Ничего не видно, да? Придется свет включить. Ну вот, теперь будет видно. Зажегся свет. И. Вот на стене еще куча вмятин. Я их тут попометил. То есть я иду как бы получается избирательно. Там где получается работать, я работаю. Где не получается, я пропускаю и иду дальше. Вот. Пока что по капоту вот видно, я вот так пошел. Значит, что касается этой лампы, первые выводы. Вот такая шляпа очень хорошо помогает. Я ее надвигаю на лоб. Таким образом, чтобы саму лампу не видеть. А только видеть свет, который отраженку видеть. А саму лампу, чтобы я не видел. Так комфортнее мне работается. Ну вот пока что первый вывод по работе. Дальше, я думаю, будет больше. Ну что же. Вот очередной этап. Тут кучка красивых. Там кое-что я не отметил тут. Ну и вот. Что у нас было? О, что тут? Косячок был я. Надо вот доделать будет сейчас. Вот, чуть-чуть бликует. Вмятинка, надо ее чуть подать вверх.
Вот он этот уголочек капота. Вот здесь это у нас бокового вмятина. Вот, смотрим, что было и стало. Вот. Так что такие дела. Продолжаем работу над капотом. Стараемся меньше ошибаться. Очередной этапчик. Вот еще на улице надо в ней снимать. То, что я вижу глазом, это одно, но это ж надо постараться еще передать через посредством камеры. А так можно на ровном месте, говорится, нарисовать кружочков, потом сказать, что выгнул. Можно же так? Можно. Ну, как вы сами понимаете, мне это не надо. Я уже сделал только что. Вот. Берем волшебную тряпку. Берем, смотрим. Вот тут еще маленький. Маленький вот надо нажать. Самое интересное, глазом практически не видно. Вот. Здесь тоже вот уже доделан. Вот, а здесь еще надо чуть поддавить. Вот, видно, да? Ну вот, так тихоньку, помаленьку. Вот уже на капоте таких белых пятен становится меньше. И это радует. Что потихоньку, потихоньку, потихоньку. И дойдем до финиша.